Варя, ой, как вкусненько. Ой, как вкусненько. Меня куда убежали? Смотрите, какое оформление красивое вообще. Лемур и Варя. В переводе лемур означает дух, привидение. Что-то вы долго жуете, тщательно прожевывают. Между прочим, они кричат, как кошки, мяукают. Ну, мы тебя погладим. Ой, какие мягкие! Какой ты мягенький! Это Лада и Адам. Да? Все, не будешь вот это, на. Возьмешь, ну, бери. На. Смотрите, как красиво тут оформлено, вообще здорово. Все? Все? Приветик. Привет, поцелуйчик. Спасибо, спасибо. Попозировали. Они вообще разговорчивые. Но мы их не пугаем. Да? Да, такой хорошенький. Кто из них мальчик? Правильно, Адамчик. Ладочка. Ладуша-душа. Девочка-припевочка. Адамчик. Адамчик. Красивый такой мальчик. Красивый такой мальчик, хорошенький мальчик. Конфетки надо немножко кушать. Все? Заметила все животные. А, наблюдает, что ж там у него. Мне тоже надо, а вдруг у него что-то есть. У них еще малышек не было? Не было еще. Молоденький, да? Молоденький. Вот такое чудо, чего только нет в природе. И не надо ехать на Мадагаскар. Ладочка побольше. Ладушечка. Поцелуйчик, ладушечка. А? Вот хорошенькая какая девочка. Девочка-припевочка. Вот такие миленькие.